Ребята, всем привет! Вы на канале Курс Захудеет. И сегодня мы с вами поужинаем. Я немножко поболтаю, расскажу, что у меня здесь за ужин. Я его очень сильно уже хочу есть, поэтому давайте приступим и обо всем по порядку. Падает. Опять падает. Итак, здесь у меня салат. Это шпинат, айсберг и огурец, 3 помидорки черри, лук, и здесь 170 грамм морепродуктов, мидии и креветки коктейльные. Я сначала сушила, тушила в воде, а потом, когда уже вода немножко испарилась, уже ее немножко осталось, я добавила туда сливок немножко. Очень вкусно. Получила очень много хороших отзывов на предыдущее видео. И мы с Натальей загорелись снять еще одно для вас видео. Оно будет и полезным. Будут ответы на часто задаваемые вопросы. За счет того, что сегодня много салата, скорее всего, мне будет сложно одновременно разговаривать. Мидии. В сливках это что-то с чем-то. Я, честно говоря, раньше мидии не очень любила. До одного видео, там, где я приготовила томатный суп с мидиями. Он, кстати, есть на канале. Очень вкусно. У нас сегодня очень солнечная погода. Наконец-то настала весна. Правда, в следующую неделю обещают дожди. Но уже будет постоянно плюс. Это не может не радовать. Так ровнее будет. Очень вкусно. На первый взгляд кажется, что порция очень большая. Но здесь 170 грамм. Вот этого коктейля, можно так сказать, из креветок и мидий. Это уже готовый вид. Салата грамм 150. Лучок, помидорка. И все. Кстати, вот вчера взвесилась и немного расстроилась.
Я не знаю, возможно, у меня весы. Уже садится батарейка там. Когда стоишь первый раз, там показывают булку L. Но весы показали, по-моему, 102,1. Я немного расстроилась. А с другой стороны, я уже чувствую, что старая одежда на мне стала сидеть лучше. У меня еще одна джинсы. Которые 2 недели назад на мне застегивались. Но это выглядело так. Живот, там, где застегнула джинсы, потом опять живот. Сейчас все застегнулось нормально. Они как раз в пору. Но вообще раньше при самом моем минимальном весе они очень висели, спадали с меня. И мне это очень нравилось. Поэтому мне нужно как минимум дойти до такой степени. Очень вкусно. Сегодня у меня тоже массажик должен быть. Уже 4-й сеанс. Должно быть полегче. Мулипуська. Вот я уже говорила, когда я делала пасту. Покупаешь эти коктейльные креветки, вроде высыпаешь в сковородку. Они тут, он тут такие вот становятся. Просто. И в пачке 400 грамм. А потом по итогу, не знаю, может и 200 не быть. Сейчас сижу и понимаю, что нужно к мукбангу было готовиться и записать темы, которые я хотела вам рассказать. Целый день у меня было много мыслей в голове, о чем вам поведать, о чем вам рассказать. А сейчас я просто сижу, у меня поле в голове. Ни одной мысли, ни одной. Давайте расскажу, что у меня сегодня в день, что я кушаю. Утром у меня было был йогурт 200 грамм ТС 2% 200 грамм фруктов. У меня были киви.
потом. У меня было рагу. Там были кабачки. Господи, дай бог памяти. Брокколи, томаты, картошка. Наверное, все. Это все тушится. Это, кстати, у меня было со вчерашнего дня. То есть я готовила на 2 дня. Потом у меня было 30 грамм миндаль. И на ужин я себе соорудила вот такую небольшую тарелочку. Просто изи. Знаете, я очень надеюсь, что в ближайшее время весы покажут меньше. Весы покажут меньше 100. Потому что когда я вижу опять двузначное число, это меня будет мотивировать еще больше. Понятно. Все падает. Как говорил мой диетолог, если падает, значит вкусно. И здесь несколько креветок. Наверное, штук 5. Мои пачки. Но вкусно. Я, кстати, думала раньше, что если добавлять сливки в какое-то блюдо, оно сразу становится очень жирным, неполезным, и ты поправишься 100%. А оказалось, это не так. 20% сливки можно брать. Просто нужно съедать адекватную порцию. Все. Я уже наелась. Попить ничего нельзя. Ну ладно. Все, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пожалуйста, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. И ждите второе видео с диетологом. Всем пока!